Три способа попадания беженцев, мигрантов в Европу. И вопрос. Первый. Залезть. Чем большим количеством народу на забор, тем лучше. У границы и попробовать побежать. Второй способ. Приехать на автомобиле, прикинувшись частью автомобиля. Или сиденьем, или бампером, или фарой. А? Или попробовать приплыть с детьми. И вопрос. Каким способом Украина попадет в Европу?